Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Сегодня у нас долгожданный рейд в Расте. Я подготовился тщательно, очень подготовил, так сказать, ну, империю, что называется, нерушимую. Ну, так сказать, конечно, можно было бы и получше, но просто я решил, что вы и так эту не осилите, в принципе, империю, так как играете вы очень слабо. Не стал столь сильно уделять внимание обороне нашего замка, нашей империи в Расте. Вот. Ну да, это, помните, да, начальную концепцию, то есть задумку именно Раста. Это у нас типа как бы замена такая некая зомбу режима в Battle Chedlers. То есть, ну, тоже, да, вы нападаете, я защищаюсь, потом вы сосете, а я убегаю. Вот такая концепция. 2 часа ровно вам дается на то, чтобы вы штурманули империю нашу. Если вы в течение 2 часов насрал, а в 2 часов не можете проявить свою силу, а вы ее вряд ли проявите, потому что ее как таковой не существует. Потому что вы очень плохо играете в компьютерные игры. Это видно по всем играм, в которых вы находитесь. В течение 2 часов империя не рухнет, наша империя, да, то тогда мы на вашу империю просто, ну, насылаем бесконечное количество отборных РСЗО ракет. Вот. И вследствие чего ваша империя просто упадет и исчезнет. Помните, как он, дедушка, хвалил ВК Плау? И у него стрим отрубился спустя 10 минут. Так, привет всем. Привет, привет, зайка. Итак, смотри, это дрон. Уа. Блять. В рот, я забыл, как летать. Я разъебал один дрон уже. Блять, ну только начали, Валер. Да, блять, я забыл, как оно давно не летал на аппарате, все. Итак, смотрю. Ну вот такое вот небольшое здание. Ну оно кажется типа якобы серьезным чем-то таким, да. Но на самом деле оно такое, знаешь, типа как бы, ну казалось бы, что оно, да, действительно, Ольку. То есть, в смысле, оно ж как бы, ну, как бы есть тут что-то, да. Но я знаю тактику их, которая будет применена к этому зданию, да. То есть, она будет абсолютно банальная, простой, неинтересная. Сейчас просто какие-то ишачки будут с одного места лупить в одно место, плюс-минус. То есть, да, ну, конечно, я эту ситуацию предвидел. По сути, вот здесь недалеко, вот это вот напротив, это уже деревня Дураков, ой, деревня Зябло. Вот она, вот тут они, вот у них там все. Ну, дрон, наверное, туда не долетает, не хватит расстояния, все-таки Мавик. На РСЗО долетает, слабенький. Ну, РСЗО, да, то там уже, ну, на их остров уже направлено 20 РСЗО с бесконечным запасом ракет. То есть, ну, по сути, их деревня Дураков Зяблов не будет, если они не смогут развивать нашу империю. То есть, время идет, 5 минут прошло, еще ни один юнит не пострадал. И ни одна пушка не повреждена. Да, видимо, слабость проявили они конкретную. Да. О, пошел огонь. Меньше двух. Это ты работаешь? Да. Валерий Альбертович, спасибо, пожалуйста, ребят. Чуть поближе подлетите, нам нужно навестись лучше. Лучше выбрать Астру, брат. Вот и Астра. Они что, подходят, да? Но их остров, деревня Зябла, вон она. Прямо возле них построился. Я поздравляю вас, операция в Counter-Strike наконец-то вышла! Брелки, 65 новых скинов в нож кукри! И ты можешь забрать билет новой операции совершенно бесплатно. Как? Рассказываю. У Epic Drop вышла обнова одновременно с CS'ом и называется она Armory Helper. Это твой помощник по прокачке операции внутри Counter-Strike. Выполняй простые задания на сайте и уже за 15-й выполненный квест получи целых 2 билета операции и летай на ВП на халяву. Epic Drop — это единственное место, где в кейсе за косарь ты можешь выбить сразу 5 билетов операции. Да, новая операция не обменивается и не продается на торговой площадке, но при выводе билетов операции эпики просто отправят на баланс Steam сумму, равную их стоимости. А ведь Armory Helper — это не просто задание, это целая мини-игра с бесплатными скинами из новых коллекций. Короче, переходи по ссылке и забирай Armory Helper бесплатно, чтобы прокачать операцию в КСК быстрее всех. Что там, кто-то есть? Я просто не могу дальше подлететь, у меня дрона не хватит с этого расстояния. У меня Мавик первый, он слабый. Нормально, нормально, все наблюдается. Работаешь, да? Да. Я не вижу никого, ты там кого бьешь-то?
Там зябло. Ну в каком количестве ты видишь плюс-минус? Количество плюс-минус 8 человек. Может быть, побольше. О, блядь, ракета пошла, ракета пошла. О, видишь, видишь? Да, 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 мимолетно. О, пустотел пошел. Еще одна пошла. Ну да, они там строят базы. РСЗО пытаются снести. Ну, по вышке одной стреляют. Ну, пусть стреляют, это самое. Ну, это ничего страшного. А, ну понятно все. Ну вот вообще даже некоторые не долетают. Очень, да, печально наблюдать за этой картиной. То, что они пытаются. Ну молодцы, хоть пытаются, да. Очень слабо играют, но это неудивительно. Ну, пусть пытаются. Ой-ой-ой, три ракеты сразу прилетело. Нормально все там, ничего не снесли. Смотри, нормально, там напротив, да, да, полевая. Я вижу, откуда стреляют. Они там тебя выносят, сука. Они прям нормально так взялись за тебя. Ну ничего страшного. Вон они для, сука. Выбегают, да? Так, 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 Валерий Альбертович, мне вот, чтобы навестись, нужно. Держите так камеру, пожалуйста. Чуть я поближе, понял. Можете подлететь? Ты четко прям стреляешь по их этой... укрытию. Ну поближе я не знаю, но сейчас у меня связь начинает пропадать. Не-не, если связь пропадает, не надо. На ютубе тебе больше не рады, пошел на отсюда. Блять, ты применял зеблов на кулак, шалавы сбили на свои. Нормально, Валерий Альбер. Отныне ты никто. Ты даже не попуск. Ты еще хуже. Так, этот дрон я проебал. Нексуль. У меня дронов все равно много, можете сбивать, но это бесполезно. Два корабля работают. Ой, меня хуярит. Убили. Я пошел смотреть, что происходит. У нас два корабля прибыло. Что-то там, сейчас, Русик, братик, сейчас я посмотрю. Блять. Нихуя не видно, сука. Что там происходит? Что-то происходит не очень приятно. Нас ебут. Убьют. Кто? Да я не вижу, там дым ебаный стоит. Надымили, падлы. А кто нас ебут-то? Корабли по нам стреляют. Да я понял, но я никого не вижу на корабле. Пизда одной турели. Ничего, братишка, держись. Это просто временное явление. Все нормально. Главное не паниковать, знаешь, есть такое понятие в жизни, просто, ну, ошибка выжившего. Вот они выжили, это для них большая ошибка, поэтому сейчас будем нормально действовать. Сейчас, сейчас, братан, сейчас, не переживай, просто немножко времени дай мне. Хорошо. Еще один корабль прибыл. Извините. Не вижу, есть. Откуда. Есть еще один корабль, вижу. А что за хуйня? Почему турели не работают по людям, которые на корабле? Они до них не достреливают, Челикс. Так они очень близко стоят к кораблям. Корабли, точнее, к турелям. Это очень странно. Не вижу дотечку. Вижу. Работаю по кораблю. Работаю, работаю. Да ё-твою мать, пока зарядится. Ой, блядь, что-то пингануло, прикинь. У меня пингануло. Что случилось? Я сдох, а мне надо ТП. У меня не знаю, у меня этот пинганул сервак, я отбежал, а потом обратно появился, как раз прилет был в окно. Это что тут, мне все, мне тормозит все. У тебя как, нормально все? У меня нормально вроде, но я в турели сижу. Радар не выключается. Ты косишь чего? Да, стараюсь. А я не могу дверь открыть, прикинь. А вот, открылась. Так, это не та дверь, мне не она нужна. Не в ту дверь вошел? Чуть-чуть.
Сейчас будем смотреть, но... Чуть-чуть они нашли лазейку с этими, блядь, кораблями конченными. Я не могу даже их снести, потому что... Пизда просто все. Блядь, ну очень большой напор пуль идет. Блять, как оно трясется, все это пиздец. Надо убрать тряску. Тряску от оружия. Как у тебя обстановочка? Работаю по кораблям, товарищ генерал. Я не могу убить, у меня оружие как будто не наносит дамаг. Надо попадать, родной, сначала целишься. Так я попадаю, у меня какая-нибудь пуля. А пена смотрит сейчас, Рид? А его нет, он в дурке, я что положил. 45 минут мы продержались, как один школьный урок. Нормально, братишка. Что-то летит, братишка. Наши ебальники, родной. Не понял нахуй. Что происходит? Ой, брат. Да. Ты живой? Нет. У нас дырка в доме. Брат, честно, я да. Не знаю. Ты разъебал. Нет. Родной, у нас дырка в доме. Сука, ебаные корабли, это пизда. По ним дамаг не наносится. Я не знаю, с чем их сносить. Построим базу на воде, ням-ням-ням, окружим базу, ням-ням-ням, стреляют с берега, не попадают, ням-ням-ням. А какого у них корабли, ням-ням-ням, отключить? Да корабли. По ним не работает ни одна пушка. По кораблям, понимаешь? Даже если они на корабле, я так понимаю, находятся, по ним не стреляют пушки. Я не ебу почему. Сколько нужно в этот корабль пустить ракет, чтобы он утонул? Я не понимаю. Пасеки это вообще не считается. Ну все, что вы видите сейчас, это мы просто поддаемся. Я не могу убить корабли, вообще не могу. Они просто с них ебут и все. Я, ну, как бы все. Они в громкоговоритель нам кричат, что мы сдавались. Да. Да ебаный мать. Да мне корабль потопить надо, понимаешь? Они все перебрались на ту сторону, по-моему. На противоположном корабле. Не-не-не, на кораблях еще есть. Они под лодку пригнали. Под одну лодку? Да. Да ну нахуй. Где они взяли после вайпа? Вам такие ориты высокие. Будьте ныть, что вам мало там печка дает угля или еще что-то. Пошли вы в сраку. Ракеты бесконечные, сука, твари. Что мы не видим, полосы жизни за твоей рожей в правом углу. У меня чё? Вырубай бессмертие. Слякать женская. У меня не бессмертие, а просто хп больше. Немножко. Какое нахуй бессмертие? Было бы у меня бессмертие, я вообще сквозь стены бы ходил бы и все. У меня просто хп увеличено, чтобы я быстро не умирал. Какой смысл мне каждый весь поток давать? О, просто ебать, дал, даже столько хп мне нахуй не спасает. А шейх, да хуя? Брат, ну,
А Трича там вообще никто, нахуй. Я не могу даже обыскать лут, сука, чтоб свои найти эти аптечки. Дьяволы, гасите этого, а? Работаем, братья. Просто у них бесконечное количество ракет. Все. Смотри, осталось 47 минут, а они еще у нас не в доме. Пусть это уже меня. Победа, я считаю. Да, мы выиграли. Здорово. По сути, мы выиграли. Валера, ну у нас дом уже насквозь видно, кстати. ТПшник тебе близ меня, хлопай. Надо тебе. Дайте мне оружие. Почему-то мне не тут. Что происходит, бля? Брат, нас... Понимаешь, я лут поднимать-то не могу, у нас-то отключена зона. Чтобы мы могли лут поднимать. А где мне лут-то брать? Брат, ты как? Пал. Чё, пизда? Или мне показалось? Не, знаешь, что это пущу? Допущение. Я не понимаю, какого вообще могут строиться недалеко от нашей базы. Надо было, мы что-то отключали все. Я не знаю, брат. Я бы знал. Это он запрятался, блядь. Сипедит, крыса. Ничего, что у них ракеты бесконечно. Ну я не знаю, но реально они бесконечно у них. Они уже 1005 выпустили. 74 человека на сервере. Вон три шага. Просто они нон-стопом стоят с этой вышки. Типа и все вообще. То есть они настроили, да, как это вообще, я не понимаю. Самая большая проблема, это вот это вот стройка. Брэдли работает. И корабль был, который... Вот он, блядь, они прям построили вот на нашей стены это возвышение. Как? Так, чел, а мне бежать? Ну, Брэд, вообще бродятина. Просто бродятина. Блядь, ну 36 минут. Ну да, но по факту они ничего не смогли сделать. Чё? Корабли все испортили, не считается. Мы выиграли в любом случае. Третий раз. Вон у них там что-то стоит даже. Что это такое у них? Шкаф. А, шкаф поставили. Вот какого хуя они смогли построиться возле нашей базы, я не понимаю. Мега, да что там мега, мега, мега. Типа концептуальная составляющая, оно здесь отсутствует. Здесь просто дело в том, что единственный способ играть нормально, понижать рейты на серваке, чтобы у них не было столько дохуя ракет. И тут уже похуй, какую базу не поставить, они один хуй бы ее снесли. Просто дело времени. Они лохи, играть не умеют, просто в крысу хуярят ракетами и все, попуски, лохи сосать. Просто, блядь, суки, вам пиздец всем. Ебать, сука, как я хочу им пизды сейчас дать, блядь! Это не считается, это игра называется антигейминг. А то, что, сука, нечестно, все нахуй. Я вам, блядь, поверил, что у вас действительно ресурсов мало было. Будет этот ванила стоять, X1 нахуй.
И только попробуйте, суки, за неделю меня, вы себе там не накрафтили ракет столько же. Все нахуй, я сказал. Ровно, сука, неделя, нахуй, потом будет рейд, нахуй, на X1 ритах. Заходит один день, нахуй, уже 1 000 000 ракет себе там накрафтили, блядь. Ракеты, блядь, нету, блядь. Дедушка, нечего возвращать, ракет нету, у нас угля не хватает, ой, медленный. Пидасы, сука. А я как еблан должен сидеть, сука, всю ночь и разбираться, почему этим долбоёбам ебать, блядь. Угля, сука, мало. Вам, блядь, скоты ёбаные, угля им, сука, мало, я обустрою угля, сука. Скоты, блядь, все нахуй, я с вами не дружу со всеми, ни с кем. Я с вами не дружу, антидружба. Это не считается, сука. Денис, я сказал. Зяблы тебе скоты надавали на ротан. Губан надавали губу твоей маме, то что надо сей пор урод болит, козел. А теперь губан сглатывай и в качестве награды для заблов покажи свою притчу. Ну то есть гребень. Паскудник. Безрукое. Заткнись. Сам обтекай, безрукое. Говно понюхай. Чмо. Обтекай. Играй. Безрукое. Чмо. Обтекай, безрукая. Вы играть научитесь чмо сначала, бля. Обтекай. Козлы, паразиты безрукая мелкие, сука. Чмо. Тараканы. Обтекай, берукая. Суки чмо ночами сидят, блядь, обтекай крысу кормят. Просто и шахи стоят ракетами и хуярят бесконечными, блядь. Сука, пойду базу их разъебу в крысу. Еще не раз. Короче, овощ беспомощный. Ты всосал, и это факт. Так, что можешь покурить или заесть стресс своими помоями. Пиздец. Наед колхозный. Пиздец. Ты был, есть и будешь чмом. Все, пошел нахуй. Вот это два пидораса, сейчас их с пермачом забаню, вот эти два дебила. Пермач двум вот этого особо, это петух ебаный, орли, чмошник. А что такое? Обидно, да? Обидно. Слезки, кап, обидно, да. Чмошников этих, чтобы они дубы. Вот они, пусть валяются, как дерьмо здесь. Не считается. Ладно, похуй. Заткнись. Рот закрой, нахуй. Ты, блядь. Суки, блядь! Не считается, тварь! Сука. Я считаю, что я победил в этой битве. Я прав, я сильный, вы лох. Я самый крутой и самый сильный здесь, а ты лох и все. Я победил, выиграл во всех режимах против вас. Ваши ракеты ноль. Нет, его зовут это Женя. Евгений Плющенко. Евгений его зовут. Жопа. Глотая дым от сигарет. Все потому, что, как всегда, блядь, давай, ничего, блядь, кроме этих комп... Да вообще ничего, да давай, блядь, опять компьютерные игры. Я играю, потому что... Тебе что, 13 лет, я не пойму. Может, я компьютерный клуб сводить надо, это или самое, что? Слышишь, чего? Дорогая, ты мне тут не... Это самое... Ротик. Блядь, на одном месте сидеть. Сидеть буду всегда, когда я хочу. Ты меня не решаешь здесь ничего, никаких дел вообще. Твоя задача, ты знаешь, твоя, с тебя спрос маленький. Чтоб еда была всегда готова. И все такое прочее, понятно?
Все, давай. С тебя спрос. Давай, щти отсюда. С тебя какой спрос, давай, блядь? Щти. Ничего, кроме этих кнопок, нажимать не можешь. Отсюда. Я сейчас кабель заберу и давай, спрячу. Давай, блядь, твой кабель сюда. Отсюда, быстро. Сейчас давай, я тебе это сделаю. Давай, починю, давай, блядь, давай, не позорься. Черт. Да ты не позорься, блядь. Ну не позорься, иди давай же. Люди слышат о тебя. Вот именно, блядь, пусть слышат, что ты толчок до сих пор не сделал. Давай, давай. Чего давай? Давай, что еще скажешь, блядь, сделал, блядь? Да какого хуя я на улицу ходить должна, блядь? Да это не мои проблемы, мои! Блядь. С тебя спали, блядь. Вот тебе, тебе еще очко потирать, блядь. Тебе иди блядь давай отсюда, блядь. Я тебе сейчас пойду, блядь. Уйди. Я тебе сейчас пойду. Женщины, блядь. Это, блядь, просто. Вот что такое женщина? Что это такое? Это просто рожалка. Рожать нахуй, все, и рожать, и жрать, а то ничего тяжелее хуя им держать в этой жизни не положено. Все делай. Алинка что-то нервное, сильное. Заткнись. Нет, видимо, ее не удовлетворяет. Ее надо бы прокатить с ветерком на Toyota Corolla Lirin AS111, кузов 1.6, двигатель, чтобы она прочувствовала японскую дрянь, лох. А, Джуст, запах у них правильно прочитал, Джуст. Я ж тебе, помнишь, что хотел, мы с тобой же обсуждали, так тебе же не договорил-то. Вот тот раз про твою эту Toyota, помнишь, да? Сейчас я ж тебе ж не за это самое, не договорил-то. Тойота-то твоя, вот. Врум-врум. И все. И потом врум-врум. И... Опа. И все.